да. О, какой хороший. Да здоровый такой. Ох, какой он здоровый такой. Серьезненько, друзья. Ох ты ж, бог ты мой. Ты бесконечная такая. Тут одна скорость. Первая. О! Все, садись, вперед, пошел. Так, ну проехал здесь уже километров 15. Оказывается, тут давненько никто не был. И я сейчас все еду в одно лицо. Ой, топчу. Еще и солнца нету, и сумерки, и освещения не хватает. Доехал я до своего места стана, расставил палатку, немножко блуданул из-за того, что снегоходчики там накатали другую сторону, укатил в другую сторону на 30 километров. Что-то вроде бы не туда еду. Спустя 30 километров очухался. На улице уже темнотище, поэтому сейчас, в принципе, можно спать ложиться и утром начинать рыбачить. Но желание порыбачить сейчас. Поэтому сейчас берем Деволт, берем живцов и идем бурить лунки. Ну что, поехали. Пойдемте расставлять жерлицы. Глядишь, что-нибудь ночью поймаем. Печка пока потихонечку раскочегарится. Вперед, рыбачить. Так. На дворе ночь. Приехал я поздно ночью. Еле добрался. Но это нормально. Теперь попробуем ночью выставить. Ну, чтобы не на завтра, на утро. Оттягивать удовольствие по рыбалке. Поставим ночью жерлицы. Сейчас отматываем глубину. Ух. И сгибаем флажочек. И смотрим, что у нас тут. Глядишь, не дотягивая до утра, на лим попадется еще и ночью. Так как мы приехали, точнее я приехал, по рыбалочке. Так, вставляем живчика. Раз. Так вот у нас красавчик такой. И там погоняя на лимов, щучек. Все, поставили жерлицу. Пробуем ставить дальше. Вперед. Друзья, смотрите, я, короче, Пока ставил жерлицы свои, возвращаюсь обратно, смотрю, флажок стоит. Обалдеть, это моя старая лунка, где-то я здесь. Ну, размотка полная. Попытаем удачу первого. Хупа! Отче, боже мой. Нету. Видать, налим его только разобрал. Вот это хулиган. Ну ладно, глянь, клюет же, клюет. Так, всем доброе утро, всем добрый день. Мы приехали на новую рыбалку, на новый отдых. Отдых будет длиться в течение 6 дней. Вот, вчера ночью я выставлял жерлицы. Сегодня у нас начинаются сработки. Только пробил, думаю, ну, наверное, никого нету. И тут я думаю, хопа. И опа, и чувствуется такое. Налимасик первенький. Отличный налим. Прекрасный, шикарный налим. Ну вот, ух ты, какой ты скользкий. Вот и есть, попал на тропу.
Друзья, смотрите, какое счастье рыбаков. Раз флажок, два флажок, три флажок, четыре, пять флажков. И все стоят. Вау, неужели сейчас что-то поймаю? Давайте будем проверять. Так, сейчас я на паузу наставлю. По-быстренькому. Что-то здесь у нас стоит. Флажок стоит. Так, быстренько прочищаем луночку. Пять флажков. Это только здесь. Пять флажков. И сейчас мы на дальнем картончике. Надеюсь, тут что-то такое не крупное, потому что лунка у меня застывшая. Ага. Так, стоп, ребята. Здесь надо пышню. Пишней пробивать, у меня луночка замерзла вся. И тяжелая, я вам скажу. Так, сейчас мы быстренько, оперативно, ничего себе. Я на полчасика отъехал по делам. И тут такое дело. Крючочек. Сразу крючочек наготове. Хоп. Так. Вперед. Ух ты. Идет-то так тяжело. Ой-ой-ой. О, о. Ой-ой-ой. Кто это идет? Поможем. Налим идет. Налим идет. Красивый налим. Вот такой вот, друзья, попался. Ну что, это второй налимчик. Отлично. Отлично, сейчас бежим. Еще раз, два, три, четыре. Отлично. Просто сейчас меняем жерлицу. Так. Один из четырех. Один из четырех, ребят, надо будет проверять. Я думаю, что при полной размоточке тут кто-то по-любому сидит. Кто-то поймался. Ну, или щука, или налим. Сейчас мы их... Хороший. Хороший. Только бы не сходу. Что-то так активно идет. Налимчик идет. Налимчик идет. Вот так вот. Налимчики пошли. Днем лучше пошли. Ух ты, красавчик. Ну вот, еще один налимчик. Ой, как он закатывается, закатывается, закатывается. Отлично. Продолжаем рыбачить дальше. Сейчас мы поменяем жерлицу здесь, живца, и будет нам рыбалка. А я думал, только буду природу, тайгу снимать. Оказывается, еще и клевы будут. Отлично, клев хороший. Здесь тоже проверяем, кто у нас тут есть или нету. Поймался или нет, это никого. Ушел. Размотал-то полностью. Полностью размотал. Ну вот. Флажок стоячий не означает, что там кто-то сидит. Так что, может быть, и пустая поклевка. Так, ну что, цепляем живчика и отправляем на повторный. Исправляться. Исправляться. Так, буль-буль-буль-буль. Так, сейчас мы тут подмотаем и выставим ее. Так, вот так-то у нас стояла. Так, раз, два, три, три с половинкой. Пусть так будет. Пойдемте. Два красавца стоит. Пойдемте их проверим, что у нас тут поймалось. Глядишь, может, и щучка поймается. Еще не хожено, все переметено. Буквально за час перемело все.
Елка, картошка. Это все. Это тоже, глянь. Походу щука гуляла. Второй пустой. Вот это да. Прошвырнулся хорошо. Ел моих всех живцов. Может, на третьем сидит он. Потому что так пройтись нагло. Поснимать флажки мне. Живцов поснимать. И не пойматься. Это ж надо же, а. Так, одеваем живчика. Под поплавочек ему. И нынче мы новые лунки проверяли. Ну, ставили. Соответственно, все немножко по-другому. Пойдемте посмотрим, что у нас тут. Такая же борода. Все размотано и ничего не поймалось. Потом поедем на дальний кордон. Там тоже два флажка стоит. Ловить рыбка большая и маленькая. И здесь никого. Вот это да. Вот это меня кто-то на 4 живца. Блин, в кушери утащило все. Все в кушери утащило. Ну вот, ребят, 4 флажка. И ни одной поклевки, но 2 налима мы взяли. Сейчас поедем на дальнем кордоне, там тоже 2 флажка стоит. Посмотрим, проверим. Глядишь и поймаем. Щуки нету, 1 налим идет. Флажок примерз. И я думал, что это просто застывший флажок. Оказывается, он сработал и размотанный давно уже. Просто... Так, ну ладно, потом ставим. Проба! Ух ты! Да-да-да! Что-то такое! Очень тяжелое. Так, полынья! Полынья! Тяжеленький налимчик идет. Не дергает. Идет уверенно пока, друзья. Так что сейчас поймаем. Надеюсь. Давай-давай. Давай. Ух, как он. Вот это. Ну ладно. Как хочешь. Придется тебя. Помочь тебе. Друзья, вот это налимище. Я уже вижу его голову. Вот это налимище. Бог ты мой! Да что ж такое? О! Друзья, я, кажется, монстра достал. Обалдеть! Вот это монстр! Вот это красавчик! Вот это пятера! Пятерочка! Отличный! Смотрите, какой! По поводу того, что он там шевелится или не шевелится. Шевелится он. Просто ему больно, когда за крючок тянешь. Ему больно. Боже мой. Вот это. Вот это да. Блин. Зачет. Вообще я класс. О, он зевает даже. Да, друг? Покажи людям, что ты шевелишься. А то тут наговаривают на нас. С магазина, говорят, вас везем. С магазинов. Налим Никодим целый. Да, дружбан? Ух. Вот это да. Вот это монстр. Ух. Ну что, это мой первый такой хороший. Крючок был хорошо, то есть не дай бог еще. Да? Ну все, порадовались. И я порадовался. Такой вот огромный.
какой он большой. Это да. Реально большой. Какой он матерый. Идем проверяем дальше. Так, у нас опять сработочка. По-моему, никого. По-моему, никого. А размотал-то полностью. Вот хулиганы, а. Что за... Все флажки, которые сегодня стояли. Обалдеть. Вот это да. Вот вам и поводок флюрокарбон. Расстегнул он его и ушел с моим тройником. Блин. Придется в палатку идти за новым поводком. А у меня с собой нету. Так. Вот тут у меня еще один флажочек. Да, сейчас. Тоже размотка полная. Ну что-то как-то мотал он его с бородой. Ты смотри. Здесь что-то такое серьезное. И здесь он его смоктанул. Вот, пожевал, пожевал и плюнул. Поматросил и бросил. Ну, хороший шел. Вот так вот. Вот так вот. Два флажка и в пустоту. Я подготовил жгутов, вот таких вот рыбешечек. Один уже всплыл с обеда. Здесь все до сих пор живые в аэраторе, в бочечке. Все там плавают. Им всем приятно, хорошо, ждут своей участи рыбацкой. Кого-то отправим. Печечки тепло, дровишек море нарубилось. Очень жарко, можно сказать, потому что на улице мороза нет. В общем, с комфортом. Сейчас маленький глоточек чайка в термосе, который вчера мне приготовила Анечка, и все. У меня тут так все немножко разбросано. Вещи сушатся. Так, ну вот, наконец-таки мы дошли до своих жерлиц. Первый ряд мы проверили, пусто. Начинаем проверять. Вон там, смотрю, флажок в тени стоит. Поэтому и здесь я прям чувствую, приподнял чуть-чуть, а чувствую, такое тяжелое идет. Ё-моё. И довольно-таки очень гигантское. Ух ты. Ха-ха. Вот он, гигант. Вылазит. Налим попался. Вот такой вот на солнышке. Под лучом. Вот, есть налимчик. Вот так вот он извивается. Отлично. Ну вот следующий флажочек у нас. И, по-моему, тоже полная размотка. Сейчас мы проверим. О, вот тут уже что-то тоже посерьезнее идет. Прямо вот соседний. Ух. Вот, давай, дружище. Вот такой вот налим вышел. Вот такой вот налимчик вышел. Ух, какой у тебя взгляд-то
злой. Да, взгляд у тебя злой. Боже, сколько здесь наледи. Наледь пошла. Ну вот у нас еще один флажочек, друзья. О, есть. И хорошенький такой. Чувствуется. Не даем ему слабину, чтобы он хвостом. Так, так, так. Вот такой вот. Торпеда такая. Такая торпеда. О, красавчик. Тоже взгляд злой. С ямы вылез где-то. О, есть. Ой, утро доброе, друзья. Проснулся я. Не знаю от чего, но от того, что пора просыпаться. Блин, целый час проспал лишний. Там же рыбалка. Сегодня 22 февраля. Завтра мужской праздник. И мы его празднуем в тайге. Вот сейчас я скушал вот такую вкусняшку. На рыбалке прям очень. Анечка мне нарезала лимончик тоненькими дольками, пересыпала сахаром, помешала, настояла. И вот уже третий день это зелье такое приворотное. Ух, бодрит. Утречком 2-3 ложечки. Опа, и настроение хорошее такое, бодрящее. И как батарейка Энерджайзер. Солнышко светит, а я тут валяюсь с вами. Нехорошо, надо вперед, 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 вперед бежать. Ну что, побежали рыбачить. Все, так, ложка, пешня, крючок, живцы. Ну все вроде. Пойдемте, друзья, на рыбалку. Шел второй день рыбалки и отдыха в тайге. Ну, выйдя на площадку, я вижу только один, друзья, флажок. Ну, давайте с него и начнем. Направляемся к нему. А уже все остальное будем проверять по ходу пьесы. Этот я вчера ночью поставил. Я отремонтировал жерличку, которую у меня порвали. Щуки крокодилы. Так, ну вот он стоит, одинешенек. Давайте ее красиво выставимся и посмотрим, порыбачим. Так, как у нас тут с пробиванием лунки. Пробивать надо. О, подзастыло. Ну, не сильно, конечно, но подзастыло.
здесь глубина очень большая, и мне не хватило даже лески, чтобы дна достать. Поэтому я так поставил. Думаю, ну, там, кто возьмется, тот и возьмется. Судя по всему, никто не взялся. Размотка, чувствую, есть. А на самом деле там никого. Да. Просто размотало. Стыри ложатся. Наверное, окуньки. Окуньки. Вот единственная радость за весь день. И та не поймалась. Ладно, за утро. День-то только начался, вот он пустой. Ну ничего страшного. Мы его сейчас опять зарядим. И опять отправим вылавливать нам трофеев. Так, сегодня в преддверии праздника. Мы обязательно должны с вами поймать что-то шоколадное такое. Или налима зеленого, яркого, или коричневого, неважно. Или хорошую щуку. Ну, что будет, мы увидим. Заметил я, друзья, еще один стоящий флажок, так как он без флажка. Просто проволока торчит. Оторвали. Монстры-крокодилы. Флажок. Сейчас мы ее пробьем. Размотка здесь размотала всю катушку. Но это жерлица так вот очень сильно. Возможно, здесь ночной наш трофей сидит. Возможно, какая-нибудь зебель. Сейчас вручную выгребу. Тут льда много. О, набил я. Набил много льда. Сейчас его. Так, выгребаем. И что-то я вообще ничего не чувствую. Трин-тин-тин, трин-тин-тин. Нету. Нету. Украла жильца. Ну ладно. Так, проверил я жерлицу, и что-то я смотрю, она-то подниматься-то и не хочет. Прям такое тут идет, не тяжеленькое, я бы вам сказал. Маленький налимчик идет, карманный, спортивный режим, дорогой же ж ты мой. Я знаю, ты кушать хочешь, а ну покажи, далеко заглотил? Покажи мне. Ой, капельку. Я сейчас его выпущу. Сейчас я щипчики возьму. Аккуратненько снимем перчаточку. Недалеко. Это хорошо. О, все. Друзья. Полегенько. Там просто верхнюю губу. Но я думаю, что будет все нормально. Выпускаем этого малыша. Давай, дорогой, расти большой. Все, ушел. Фух, слава богу, с последнего. Ну что, пойдемте дальше. Подошел я к жерлице проверить. Смотрю, тут такая штука. Флажок валяется, жерлица размотана. Ну прям фантастика. Давайте порыбачим. Так, проверял я ее вчера. Так, сидим пожарный. Крючок и ложку. Ложочек-то. Оп, есть. Сидит. Небольшой такой. Блин, ну что ж ты такой? Вы что? Ты один и тот же случайно? Такой вот карманный налимчик. Вы что, с ней сговорились? А где ваши все родители? А ну-ка покажи. У тебя-то я смогу.
Сейчас. Полежи 5 секунд. Сейчас я достану свои инструменты и посмотрим, чем мы тут тебе сможем помочь. Значит, стоит ли тебе такому шустрому помогать? Так. Ну, судя по всему, тихо. Да, тебе тоже помочь можно. Открой. Блин, как дети маленькие. Все. Вытащил аккуратненько, даже крови не спустил. Ну вот, еще один спаситель. Такой налимчик. Давай, бежи. Бежи. Давай туда, в лунку. Все, пока. Ух, побежал. Ну вот, что сегодня, блин, день спасения, что ли? А где рыба? Сегодня день благодарения. Давай, чудика, заехали в лес и застряли. Решили, только приехали, решили себе на одно место приключений. 23 февраля. Ой, порадовался так как. Не из-за того, что там типа жалко, ну просто какого хрена ты туда суешься. Вот, вот же объездная дорога, нет, блин, через лес прутся. Чувствуются новички. Ну вот, люди неопытные, как говорится, не знающие мест. Приехали и уже второй раз застряли. Сказка. Для картинки просто кладезь, они мужики. А я думал... О, давайте тут погазуйте. На буране 60-я гусеница. Говорит, я, говорит, везде пройду. Может, и пройдешь. Только... С дуру-то можно и не пройти. Ничего, вылезут сейчас. Туды-сюды и накатают путь. Вот, видно же, что Паша умеет ездить. Только в дерево. Сейчас Паша накатает дорогу. Ну все, накатают. Ну вот и наступило 11 часов дня. Солнечно, тепло, все хорошо. Должна сейчас щучка пойти. Ну вот первая жерлица. Сейчас будем ее проверять на наличие живца. По-моему, что-то сидит. Сидит, друзья. И такое сидит. Маленькое. Ой, ты ж бог ты мой. Смотрите, друзья. Первая щука за 2 дня. И зацепилась-то так. Слегонца. То ли пролетала мимо, то ли что такое. Ой, ну это хорошенькая такая. Такая щучка. Такая щучечка. Где-то в районе 800 кг. Ну что, первая щука должна быть отпущена, я считаю, чтобы она позвала всех остальных. Маленькая. Я знаю, Аня будет ругаться, но мы это сделаем по-правильному. Давай, дорогая. Ой, ну ты не туда. Туда, в лунку. Пока. Призови мамку, батю, всех. Чё, зачем мне такое вот... Ну, оно приятно, конечно. Жене там на котлеты. Но я приехал... За хорошими трофеями. А это для меня маленькое. Я как бы
не любитель маленьких щучек. Чего-нибудь серьезненькое надо, серьезненькое. Продолжается день. Солнечный, тихий, спокойный. Немножко юмора тут было, конечно. Приехали рыбаки. Вот. Даже еще не расставились. Напились. И там увалились. Все вещи лежат. Все разбросано. Ну, юмористы, конечно. И там где-то рыбак спит. Все брошено. Ой, ну ладно, это все житейское. Глядишь, рыба целее будет. Вот. Ну, а жерлицы все молчат. Щучка вот была одна, и все. Там рыбак хочет живцов сохранить. Шикарный денек. В феврале до 22 числа. Ну, сказка. Только саранча трещит. В палатке дым идет. Сейчас попьем чайку и будем отдыхать. Пока я там чаи гонял, пока туда-сюда, смотрю, а у меня самоловочка сработала. Вообще не думал, что она может сегодня сработать. Да что такое? Перчатки застряли, пальцы. Вот это диво. Сейчас мы вытащим этого маленького крокодильчика. А может, большой, кто его знает. Сейчас мы узнаем. Ну, идет. Ух ты! Ух ты! Что-то стало. Ну, такой крокодильчик. Ха-ха. О! Попалася! А я думал, не ловятся на самоловке. Вон оно что. Есть. Такое дело. Но это уже покрупнее. Покрупнее. Хорошо. Такая. Ух. Килограмма. Эдак 2,5. Так, ну пока живца у меня нету, поставлю этого же. Вдруг придет еще. То есть работает, на молчаливую работает. На живца брать не хочет, а молчаливую берет. Вот так. Вот тебе и самоловка. Поставил. Сработало. Отлично. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Алимас. Ух, какой ты. Тоже мелкий. А ну покажи пасть. Да не сопротивляйся ты. Далеко крючок. Это тоже мелкий, зачем он нужен? Из вашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка небо звездное немножко. В общем, друзья, прошелся я вечерней прогулочкой. Никого не поймал. Сижу, пью чай. Будем ложиться отдыхать. Утром, вечером мудренее. Глядишь, завтра будет хороший день. А пока... никакой. Вот вам и 23 февраля. Всех с праздником, мужики.
Всем здоровья. Всем крепкого здоровья. И хорошего жизненного пути. Так, ну что у нас тут по погодке? Погодка, ветерочек поднялся. Ночью был мороз. Приехали еще два чудика. Решили где-то себе там облюбовать новый стан. Да только такое ощущение, как будто они не знают, что там по пояс снега. Что-то копались, копались, но вроде бы вылезли. Благодаря лопате. Ну-ну. Вот же стан. Пусть тут рыбачат. Живут здесь. Нет, поехали новое место ковырять. Ну, ковыряйте. Кому делать нечего. А, мы на рыбалку. Там, смотрю, уже сидит один рыбачок. Окушочка таскает. Молодец. Сходим, посмотрим, что натаскал. Рыбалка, рыбалка, рыбалочка. Процесс зачистки лунки я не стал вам показывать. Это такая трудоемкая работа. Ну вот я прошел весь ряд, прочистил, ничего вообще. Даже живцы все живые. И вот завершающий жерлица. Я такой раз и опс. А что-то дергает, а что-то дергает. Думаю, ну неужели целый ряд прочистить и вот оно дергает. Давайте посмотрим, порыбачим, что же здесь, налим или щука. Ну, тянется так-то приличненько. Скорее всего, налим. О. Налим. Ой, а как он взялся, смотрите. Как он взялся, первый раз вижу, чтоб налим вот так вот взялся. За губу взял, едва-едва. Вот это да. То есть практически даже не заглотил. Сейчас мы щипчики возьмем. Но это хороший налим, я его отпускать не буду. Вот. Это хороший налим, 2-килограммовый. Этого мы заберем с собой. Ну, несмотря на все это, я уж думал, вообще рыба ушла отсюда. Вот такой вот налимчик. Весь поцарапанный, покоцанный. Ты где лазил? Чумазый такой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Посиди пока здесь, я пока жерлицу заправлю. Пуковат. Можно сказать, какой рыбак, такая рыба. Да не. Это только начало. Сейчас что-то не погода. Снег, ветерочек начинается, мерзко такая. Ну, нормальная погода. Я думаю, что даже это где-то рыбная. Вот, поэтому сейчас вот ближе к обеду, после обеда разъяснется. Я думаю, тут флажочки будут прых-прых-прых. Ну, а мы поехали дальше. Да, дорогой? Давай. Прыгай в корыто. Недолго думая, жерлицы себя заставляют ждать. Прочистил вторую на дальнем кордоне. Дай-ка проверю живца. А живец-то? О! Сопротивляется, думаю. Неужели подрос живец-то? А ну-ка, что тут? Ну такое, не тяжеленькое. Средненькое. Опять ты малыш. Куда вы беретесь, а? Вот ты бог ты мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, сколько норова. А? Ну, по-моему, ты заглотил хорошо. Поэтому пойдешь на колбасу. Да, ну вот, еще один. А мы дальний кордон только начали проверять. Так что, ну это тоже лунка рабочая. Неоднократно доставал на ней. Поэтому вытаскиваем живца, крючок. Вставляем новый, продолжаем путь дальше. Пока метет, ничего страшного. Так, недолго думая, завершая практически всю зачистку наших жерлиц, ну, можно сказать, 2 налимчика. То есть, вроде бы и погода такая благоприятствующая для рыбалки, но пока тишина. Вот на предпоследний флажок опять зачистил, потому что это лунки свежие. Прям чувствуется такая тяжесть. О, вот он прям дергает. Это налим, конечно.
Вот. Возможно, небольшой, а возможно, большой. Тут такое дело. Так. 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 О. О. Идет. Идет. Идет на лимаз. Вот так. Вот такой вот. Сегодня покрупнее, чем вчера. Вчерашних мы выпускали. А сегодняшние чуть-чуть покрупнее. Вот, налимы. Ну, наверное, перед тем, как пойдут крупные, идут по возрастанию. Налим хороший. Килограмм полтора. Самый съедобный. Молоденький такой. Мяско у него нежненькое, вкусненькое. Ну что ж, будем забирать. Отлично. Сейчас мы выставим. Посмотрим, что у нас тут. Так, тут видно, размотка полная. Отлично. Хорошо, когда лунки уже прочищены, можно и проверить. Опа, и никого, и никого, и никого. Вот такое вот хулиганье тут бегает. Еще и, наверное, живца сперло. Вот блин, точно. А я же его тут распутывал. Тут красивенького живца вешал. Кому? Чего? Уруру. Непонятно. Ну вот, да распутал. Теперь-то точно. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что там на втором. Какой вот интересный экземпляр. Ну что-то жильцы молчат, думают, что за фигня. Надо хоть как-то себя порадовать. Так. Ну такое. Такое. Что-то. Опа. Друзья, я скажу. Ух ты. Друзья, смотрите, какой крокодос. Ёшкин кот. С чумой щуки. Получите, распишитесь. И с этой стороны. Обалдеть. Да. Такая пятера. Блин, вообще просто капец. Я бы так назвал. И вот как только хороший трофей, не дала щучка мне кашки покушать. Смотрю, вышел флажочек стоит. Я даже не знаю. Может, просто растащила. Не, не просто. Не просто. Тяжелая, ребят. Тяжелая. Тяжелый налимчик. Вот такой вот налимчик. Ух ты, какой он длинный. Ох, ты мне палец придавил. Какой он. Ух, мощь у него. Давит такой атмосфер. Как говорится, раздробить может. Шутка, конечно. Так, рыбку точно раздавит. А вот палец нет. Ну, это уже хорошенький дневной. Такой зачетный налимчик. Ну вот, с 23 февраля. То щучка, то налим, то щучка, то налим. Прям праздник какой-то. Ну что, рыбалочка продолжается. Еще одна размотка. Посмотрим. О, сидит, друзья. И причем такой очень тяжелая сидит. О, вот это да. Тяжелющая. Притяжелющая. Ух ты, размотал-то. Идет уверенно. Ух ты! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! По-моему, щука! Друзья, это щука! Так, спустим ее чуть-чуть. Блин, уж! Вот вам и карбоновые поводки. Блять! Извините, выругался. Хуйня это все. Блин,
Всем добрый день или добрый вечер. Мужчины, женщины. Если женщины относятся к 27 февраля, то значит и женщины. Но в основном мужики. Поздравляю всех вас с праздником 23 февраля. Желаю вам всем здоровья крепкого, потому что наше время это не хватает. Вашим семьям мира, добра. Ну а рыбакам желаю, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Вот, как празднуем мы, рыбаки, в тайге этот мужской день. За чашечкой чая, на снегоходе, на берегу прекрасного озера. Палатка, печка, тихий прекрасный день. Чего можно еще больше в этом мире желать? Хочется, чтобы так было всегда. Вот, но, к сожалению, не у всех всегда все получается. Вам ни пуха, ни пера. Как говорится, будьте здоровы. Чем мужчинам еще развлекаться? Вот. Выехать, найти сушняк и застрять где-нибудь в сугробах. Вот такая у нас сегодня ляпота. Мы застряли. Что мы в этом случае делаем? Оттаптываем его. Пытаемся. Ну, может быть, был бы радиус больше. Он бы, конечно, возможно, бы и прошел. Ну, хотя навряд. Чтоб вам было поближе понятно, как сидит мой снегоход. Он сидит хорошо. По самое не хочу. В сугробе. Вот как-то так. Красиво. Закопался в тайге полностью, а вокруг ни души. Один. Ничего не могу сделать. Снегоход закопан. Хоть МЧС вызывай. Устал уже обкапывать и обтаптывать. В общем, не вылазит он. И задницу не могу поднять, очень тяжело. Присосало ее. В общем, как-то так. Трэш. Вот. Одни лампадочки видны. И все. Скиду зарыт в снегу. Ну что можно сказать? 23 февраля отмечено. Зарылся. Зарылся по самое не хочу. Уже иду километров 6. Прошел еще 24 километра пешком. О, тяжело. Ну, по там накатанной дороге-то хорошо идти, но расстояние все равно большое. Вокруг снег, слава богу. Мороза нету, ветра нету. И я иду. Тут одна скорость. Первая. О! Все, садись, вперед, пошел. Немножко, оказывается, нужно было. У меня вот лопаты не было. Ничего не было. Была только бензопила. Блять, мощей мало. Мало мощей. Мне кажется, больше мощей, нахуй. Он зря выключил камеру. Наш друг перевернулся. Вот. Сейчас пойдем его спасать, поднимать. А, поднялся. Бля, переворачивайся. Спасибо, люди ехали мимо. Остановились добрые. Вот меня
Я, правда, прошел километров 5 или 7, по-моему. Они ехали, говорю, помогите. Скачай его, раскачай. Все, все, повис. Сейчас, пойдем. Сейчас, пойду помогу. Не смотрим. 1,6 протектор. О, как по накатанному. Как по накатанному. Все, дорогу натокатали. Там жерлица, ну, пустая, не стал показывать. И вот еще одна, но здесь я чувствую прям очень серьезненько. Прям тяжеленько. Тяжеленько. Главное его не напугать. Не напугать его, главное. Идет хорошо, уверенно, пока я его тяну. Но там тяжеленько. Даже... О! О! Нифига, это щука, ребята. Тяжеленькая щука. Блин. Надо крючок брать. Крючок надо брать. Потихонечку ее заводим, 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 заводим. А, поперек стало. Вот это там серьезное. И как ее? Она в лунку не хочет, друзья. Поперек стоит. Поперек стоит. И как ее теперь завести в лунку? Это ж елки-палки. Вот это да. Там очень большое, ребята, стоит. Ого-го. Напугал, напугал ее. Напугал, напугал. Я ее напугал. Действительно большое, друзья. Опять поперек стало. Ой, господи. Вот это. Это вчерашний подарок мой. Походу, Нептун мне его. Ой-ой-ой, опять уходит. Вот это да. Интересно, я причесан, нет? Вот это да! Опять поперек стоит. О, не, пошла, 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 пошла. Да, ёлочкин кот. Я ж думал, тут действительно... А тут, как оно так, каких-то 2-3 килограмма, а вот так поводило, обалдеть. Ну что ж, зачетненько, зачетненько, такая хорошенькая. А как она игралась, молодец, профессионалка прям. Не первый раз уходила, походу. Красавица. Проверяю очередную жерлицу. Я чувствую, что-то здесь такое сидит. Ох, а лунка-то вся замерзла. Опа! Вот это да, тяжесть. Прям великолепно. Ощущение, конечно, приятное. Налимчик.
Иди сюда, хорошенький. Вот такой вот красавчик. А ты глянь, ты отталкиваешься, еще и пальцы хочешь укусить. Ну вот, налимчик есть. Щучка, налимчик, щучка, налимчик. Все вперед. Так, ну пойдемте дальше проверять. Обеденный клев. Обеденный клев. Так. Оп. Есть. Есть. Отлично. Идет хорошо. Налимчик. Как он размотал. О, о, о. Ой-ой-ой, что там творится? Крокодил хвостом полез. Вот это да, вот это да. Привет, привет, налимас. Ух ты, хвостом, первый раз вижу, прям хвостом так вылез. Вот это да, красавчик. Недолго, но заглотил хорошо, так что придется его забирать с собой. Сголодал. Ну вот, налим поймали, может пойдет клев. Так, друзья, у нас очередная сработочка, и походу кто-то сидит. Ух ты, налимчик сидит, налимчик сидит. Идет, идет. Ух ты, ух, блин. Зашел. Щука, карабин разогнула, бля. Аккуратно, разок дернуло и все. Что за карабин такой? На 25 килограмм выдерживает. О, что-то там серьезненькое такое, друзья. Ух ты. Такое серьезненькое, друзья. Ах ты ж, бог ты мой, ты бесконечная такая. Красоточка, ух ты, вот это да. Вот такая, друзья, щучка, красотка. Ух, я думал, сегодня вообще ничего не будет. Ну вот, это 4 килограмма щучка, отменная такая. Красавица. Привет, дорогая. Места красивые. Скоро уже река взойдет. Уже он ломает льдинки. Лед, легкий ледоход. Красота. Сегодня прекрасно. Штиль. Тишина. Что-то там кто-то накатался, сидел, что ли. Красиво. Скоро здесь будет очень много воды. Февраль закончится, начнется март. Первый и единственный флажок за сегодняшний день у нас. Надо его прочистить. Я продолбить продолбил. А тут льда столько. Ночью. Ух ты, как тянет. Хорошо тянет, ребят. Сейчас мы быстренько так его, чтобы он мог куда вылезти. А то как не вылезет. И будем тогда. О, жерлицу хорошо тянет. Крючочек подготовим. Крючочек. Ну что, с Богом, дергает. Ух ты.
давайте. О! О! О, трещит как. Неужели щука? Налимчик. Налимчик такой хороший. Хороший шустрячок. Ух! Красавчик! Поймали сегодня первого налимчика. Просто великолепно. Великолепно. Рыбалка начинается. Отлично. Так, так, так. Прочистил я луночку. Хотел проверить наличие живца. А тут сидит. И даже не разложил флажок. Что-то такое. Ух ты. Маленький шустренький налимчик. Маленький шустренький налимчик. Ну что вы тут попадаетесь так? А ну показывай. Зачем ты вот... Ну, в принципе, вытащить можно. Без вреда. Тихо, дай рот. Вот так. Ну, практически ничего не повредил ему. Давай, друг. Давай. С Богом, пока не обмерз. Плыви. Красавчик. Ну вот. За все время мы поймали и отпустили уже 4 налимов. А сюда мы посадим. Может, другого живца. И пусть покрупнее приходит. Ну там еще 2 килограмма минимум нормально. А вот такие вот мелочевки. Неинтересно. Так. Выставили. Ну вот, пусть теперь клюет. Ловится налимчик. Чуть-чуть повыше поставим. Может, щучка подойдет. Так. Ножницы чуть не потерял. Идет дальше. Так, друзья, еще у нас одна полная размоточка. Аж даже флажок вырвало. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Сначала надо продолбить. А, ну она не сильно промерзла, это хорошо. Посмотрим. Ух ты, вот это да. Ой-ой-ой. Идет. Налимчик, наверное. Ух ты, сколько ж тут этой лески-то. Вот такой. Ой. Такой вот налимчик. Это наш. Это наш налимчик. Такого мы возьмем домой. Все отлично. Ну, наконец-таки хоть сработала эта жерлица. То я думал, просто так стоит. Вот, все отлично. Сегодня, по-моему, у нас будет уха из налима. Так. Опять закрытая жерлица. Никто не растянул ее. Но там такой сидит. Не супер тяжелая, конечно. Но... Но добычка сидит, он даже не успел проглотить. Вот такой вот налимчик. Ничего себе ты наелся. А заглотил-то сильно? Смогу я вытащить? Так. Нет, не смогу. Слишком глубоко заглотил.
жалко. Ну ладно. Красивая рассветка. В общем, налим попался. Он даже заглотил. И причем очень большого живца, но не смог. Вальдемар, кто-то есть? Меленький. Я прочищаю за Вальдемаром луки с утра. Вот, меленькая, но друзья есть. Есть. А может и побольше? А может и побольше. Не, ну маленький. Но вообще тут глубина очень большая, поэтому вообще она тоже могла ослабнуть. Давайте посмотрим, что у вас там есть. За лед зацепилась. Что такое? Опа, это щука! Это щука! Это щуренок! И это хороший щуренок! Это щуренок! Поздравляю! Ну что, а с почином меня? Я приехала! И сразу щуку вытащила! Ну ты, блин, даешь! Мальчишка! Я же говорю, сейчас Аня приедет и рыба пойдет крупная. Ну не крупная, но мальчишка он хороший, да? Да, точно. Ну что, пожаримся? Это точно. Говорит, пожаримся. Да, без проблем. Пожаримся. Давайте. Ну вот, дождались. Так, доброе утро. Рыбачку дождались. Доброе утро. Проверять жерлицы. И смотрим, такая картина. Жерлица практически утонула. Вот. Еще немножко дернула бы ее. И все. Ложок где-то в стороне. Размотка полная. О, и там сидит еще кто-то. Сейчас мы его... Наледи вон сколько. Наледи полно. Ну что, будем пробовать. Ух ты. Ух ты. Тянет. Да так активненько тянет. Ой-ой. Главное не торопиться. Главное не торопиться. Единственная щука. Радость за весь день. Налимчик. Какой он шустренький. Вот такой налимчик. Шустрячок. Вот такой вот сегодня у нас трофей. Колесиком. С добрым утром. Колесиком, с добрым утром. Небольшой перекур перед заплывами на жерлиц. Рыбалки нету. Так вот сидим. Получаем витамин D. Да. В тени. На солнышке. Отдыхаем. Речи, смотри, в какой мимикрии окрас индейца. Ну, вот зайца точно. Заделался. Ой, боже мой. Ты не замерз, Ричик? Не замерз. Ты ему мешаешь охотиться кто-то. Да. Тут у нас совещание. Сегодня будет совещание снегоходчиков. Очищаем снегоход от наледи. Влетели в наледь. Чтобы, а вечером будет мороз, чтобы это все не замерзло. Анечка нежненько молоточком. Вообще вещь, между прочим. А то чем мы только не пробовали. И лопаткой. Да, ой, да. Точнее, шумовкой. Очищает свой снегоход от льда. Маленький он. Ну, весистый и хорошо колотит. Я тут такая чищу луночку. Вальдемар пробил. Но у нас семейное разделение труда. Вот, и ощущаю тяжесть тут. Но хорошая тут, тяжесть. Тяжесть неплохая. По весу, наверное, налимчик. Точно, налим. И идет хвостом. Идет хвостом, застрял. Как всегда, да. Застрял хвостиком. Хвост у налима — это способ побега из Шоушенка. Давай, кочегар. Вылазь. Оба-на. Вот какой такой хороший. Вкусный. Да, килограммошный. И хорошо опять, хорошо заглотил. Видать, давно сидит. Конечно, в этом году очень странны дневные поклевки. Обычно... Налим ночью, а да, тут днем. Да, в те годы мы только ночью наблюдали их. А в этом году он что-то днем пошел.
Ну вот, скажи, красавчик, где тут лази? Рича, а ты что, туда захотел? Вот. Да? Вот такой у нас кочегар подземного мира. Опять волшебная? Опять волшебная, да? Да, она не разложилась. Я подошел трогать, а она... Что там такое? Вообще, она не лезет. Налим, наверное, нет. Все, ушел. Щучка. 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 Пик, 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 пик. О, какая щучка. Пик, пик, пик. Щучка хорошо взялась. Такая не уйдет никуда. Котлета. Смотри, какая тут фиолетовая вся. Так. Видишь, у меня мордочки. Да, да, да. Слушай, интересная расцветка. Самец. Пойдемте. У нас еще дальний кордон. И ушли они в закат. Пиу, пиу, пиу. Мы опять вечером. Речи, проверяем, тут кто-то есть, нам водолаз нацепил. Честно? Водолазик вам нацепили? Да, проверяем. Я ж позвонил, чтобы пришли. Рыбка неактивная, только можно по этой, проверяя жерлицу кого-то тут добыть. Но тут, между прочим, кстати, эта щука должна быть. Налим, ошиблась. Налимасик. Налимчик. Отлично. Килограммчик. Да не, поболее. Поболее? Ну, поболее. Нормально. Привет, печенка. Печенка. Колечко, колбасик. Ну все. Вича, смотри, только в лунку не прыгни. Вот, печенка. Оттуда не выпрыгнуть. А? Да я Ричику говорю, чтоб не прыгнул. Сейчас этот, обратно к водолазу. Молодцы. Слушай, хорошо, опять, наверное, заглотил. Сейчас, подожди. Сидеть чуть-чуть возле костерка хоть один раз за все время. А теперь можно и посидеть, отдохнуть. Хотел вступить в сугроб. А там, представляешь, выше колена. И сразу в сугроб. Нырнул, да. Сразу в сапог насыпал. Штаны же не заправил. Странно, всегда заправляю, а тут сегодня я что-то решил полентяйничать. Ой, как. А? Весна. Я просто что-то это, в прошлые разы ездил, 2 дня проходит, я стабильно разбирал. Ну тут, да, запланировано все. Да, но я разбирал, там как бы мало было, там смысла не было. Сейчас я и думаю, что-то... Наверное, химикатное, но так-то ничего. Вот прогорел наш костер. Смотрите, какая высота нашего снега. Больше полуметра, сантиметров 80 просто. Вот угу-гу, и там уже до земли. Пошла активность щуки или налима, или окуня. Тяжеленькая. Ой-ой, а лунка не пробита. Ух ты, дергает.
Вот это да. Хорошая идет, друзья. Ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это да. Не тяни, Василич, потихонечку. Потихонечку. Она уже вот на подходе. Я ее цепанул. Это налим. Блин, а он в лунку не лезет. Потому что кое-кто не пробил лунку. О, вот это да. Вот это да. Ничего себе голова. Вот это да. О, какой хороший. Да здоровый такой. Ух, какой он здоровый. Вот это да. Змей. Змей. Налим Никодим. Вот это 4,5 килограмма. Вообще классненько. Фу, блин, думал оторвет. Хорошо. Отлично. Прям просто. Так, я так налима еще никогда не тянул. Чтоб вот так вот. Обычно идет, ползет спокойненько, а тут сопротивляется, не хочет лезть. Ого-го. Вот это да. Я уж думал, может, щука. Вроде бы время обеда. Надо бы. Пора и щучки честь знать. А оно налимчик. Налимчик. Хорошенький. Вот. Хороший. Я бы так сказал, на сегодняшний день это очень трофейный налим. Такой вот. Неплохих размеров. Неплохих. Быстрей. Ух ты! Мотает, мотает. Быстрей, быстрей, быстрей. Снимай, снимай, смотри, как мотает. Убегает от нас. Наверное, напугался. Потекает, да? Волна. Волна очень тяжелый. А мне что-то... Щучка. Налимчик. О, какой. Какой налимчик. Красавчик. Быстрее скажи, да, Ричи? Ричи, быстрее, быстрее снимай его. Ричи, где рыба? Да, Ричи их боится. Где рыба?